Пири. Тахан Магаси, Республика Голхочина, ваша Петрхалар, Ирихич Россия, Халкосеки, Дишар Хош, Закахач Олимпиада, Шкехешк, Раклаца Шуна, Шкегир Хош. Ваша Петр Дадулыш, Республика Президента, Диако Бицар, Дишар Хой, Цар Диахач Тулумышц. Ваша Петр Дадулыш, Республика Кульгухочу, Бириш Кайкрил, Деш Элер, Цар Диахач Тулумыш, Дервич Вала Камаду Ахасоу Дольк, Президент Яхчел, Вайдишар Хош, Халтер Монтик, Жвяхаш Халар, традиции. Ухшир Адарин Дети Яхач Фурми, Дахля Цачвай, Мехкаштра, Истишар Хоча, Итра Яхни, Призовы Монтик, Жвяхай, Цар Хини, Гран-при. Это действительно итог той целенаправленной работы педагогов, родителей. И, конечно же, это прежде всего настойчивость ваша, детей, которые проявляют и усердие, и талант, и стремление быть лучшими. Вы являетесь примером, и не только там, в классе, в школе, но и в республике. Хуже алжирских хазар пачхалканущий кетич иди крыловар хюх зязика мурат. Эште баркал алж сулак мах уакбер мас буш хигрхой балха. Х хинерцер пудеш хигрхож бирш беш бул балх буак лархими беалар президент. Человек еще учится в средней школе, а у него уже есть публикация на научную тему. Ну, это, я считаю, это просто большой успех. На научно-практических конференциях мои выпускники, мои ученики занимали всегда первые, третьи места. Также в 2005 году, значит, в Дню Великой Победы, мы отправили реферат в Москву и получили также специальный приз из Москвы. Ну и в данное время также у нас есть резерв по истории для участия в научно-практических конференциях и форумах одаренных детей. Спасибо вам большое. Огромное спасибо за то внимание, которое вы уделяете нашим детям, ведь дети – наше будущее. И, конечно, правильно вы сказали, в зависимости от того, как мы относимся к нашим детям, такими будет наше будущее. Большое вам спасибо, Мурат Магомедович, за ваше влияние и помощь нам. А для меня и мои ученицы, которые должны выступать в дальнейшем на Олимпиаде с российской в Белгороде, имеет большое значение встреча сегодняшней с вами. Я был в Москве, я был в Санкт-Петербурге, был в Ставрополе, вот в таких крупных. Большую часть финансовой части несут на своих плечах родители. У нас этого нет. И вот, и не будет. Я очень на это надеюсь. Ваша хтеда хохош силен хегр хуях ес илыр, президент назранич лицея хегр хоча зарабова эсте, цендишер хо Тимурзива Зарина, ех яхай биология юч олимпиада тихеч пхилач этапе да хвацу дулч, клубе федеральный округ команда. В форуме кутыл яхач дишер хош зядика мурад дадалыр дипломы жи ахчим премия жи соуты жи хэт шарғах, кегер хош дицер шуаж бяч балхаги юкор хайцачи форумары. Этот форум, он лично для меня дал очень многое. Задания были очень сложными, но с ними возможно было справиться, несколько этапов. Особенно вот, мне понравилась дискуссия по поводу того, сколько времени, именно срок правления должен быть у президента. Участник, по-моему, из Мордовии опровергнул мне такое предложение о том, чтобы продлить срок президента на 7 лет или хотя бы на 5. Ну, эта тема вызвала огромную дискуссию. Номинация, мне кажется, была одной из наиболее сложных, поскольку как вот у юристов, у историков, у них легче знать один предмет, а именно номинация будущие президенты, но я могла поговорить, что лучше номинация, знаете, знаете все, и мне необходимо быть в стороне развития.